Ребята, всем привет! Я продолжаю играть в Бравл Старс, идти по пути к славе, собирать монетки, жетончики, звездные жетончики, гемасики и, естественно, друзья, кубасики. У меня вы уже, как видите, 6422 кубасика я собрал. И, ребята, мы выполняем наши квесты по Бравл Пассу. Сегодня квест я буду выполнять на 8 бит. Нам нужно нанести 60 тысяч единиц урона. А в какое событие? Я так, ребята, в принципе, уже посмотрел. Будем играть в парное столкновение. Парное у меня есть исцели 60 единиц здоровья. И есть еще победить врага 24. А то все остальные в горячую зону, осада, там ШД одиночная, награда за пимку, броубол. Все эти события по одному. А этих, можно сказать, два события, так что будем выполнять эти. Потому что я уже, ребят, теряюсь, не знаю, какое событие выполнять, какие квесты выполнять. Очень много уже разных бойцов, ну, с бойцами мне понятно. И очень много разных квестов каждый день добавляется. Я их просто не успеваю уже выполнять. Так, сейчас зайдем в магазинчик. Так, в магазинчике у нас здесь за 50 гривен можно купить мега ящик. 30 гемасов и 350 монет. Также есть 3 мега ящика за 119 гемасов. И еще у нас здесь удвоитель жетонов в подарке. Это мы забираем. И снова, ребята, мне продают мифического бойца за 350 гемасов. Здесь у нас Джеки, Биби, Барлич и Фрэнк. А играть мы будем, ребята, на 8 бит. Ничего такого интересного нету. Очков силы покупать мы не будем. Мифик. Это к чему я говорю, что продают мифика? Потому что должен, вот, ребята, вот-вот выпасть мне какой-то мифик. Потому что я уже так давно заметил, что когда они мне какого-то бойца предлагают, чтобы я купил за сколько-то гемасиков, он в скором будущем выпадает этот боец. И вот, как видите, у меня есть на 48 уровне мега ящик и на 51 уровне мега ящик. И будем, ребята, надеяться, что нам выпадет Спраут или Мортис. Так, а мы сейчас тем временем идем, забираем нашего 8 бит. У меня на 8 бит ранг 5, 40 кубасов и всего-навсего уровень силы 1. И нам нужно нанести 60 тысяч урончика. Так что сейчас переходим в события. События и идем в парное ШД сыграем, ребята. Ну, прежде чем мы начнем играть, давайте закинем по лайкосику. Кто у нас не подписан, подпишемся на канал. Прожмем колокольчик и вперед, ребята. Так, я играю, друзья, с Покичем. Я уже очень давно не играл в ШД, ни в парное, ни в одиночное. Постоянно играл в 3 на 3. Но в эти события тут все играют хитруны, так что нужно очень аккуратно играть. Ой, это я застрял в этих. Я думаю, что это я не иду никуда. Да, друзья, товарищи, неплохо мы с вами пока играем. Так, вот у нас уже и столкновение. И все, друзья, мы нанесли с вами нормально урончика. Но мы даже, мне кажется, никого не исцелили, потому что я даже ни разу и не ультанул. Да, ну давайте посмотрим. Так, победили врага 6 раз, нанесли урона 17 тысяч, а исцелили даже 2 тысячи. Даже не знаю, как оно вообще исцеляет и что оно происходит с этим исцелением. Ну, так, ребята, движемся вперед. Так,
Так, моя Тима сейчас играет на кольте. Так, одну команду уничтожили. Да, 8 бит такое вообще стреляет. Так, мы уже собрали по 10, по 10, по 12. Так, у нас, ребята, уже идет столкновение. О, там кольт, видите, как ультует. Ну куда ж ты убегаешь? Все, мы, ребята, победили. Мне нужно наносить урончик. А все от меня убегают. Так, в этот раз мы нанесли 15 тысяч урона. И всего-навсего одного врага только победили. А исцелили 4 тысячи. Идем дальше. Так, сейчас у меня Тима играет на тике, друзья. Ай-яй-яй, ребята, вы что? А, нет, не на тике, а на спайке. Вы что, меня убили? Они вдвоем напали, и Роза очень вообще. Сейчас я Розу, наверное, раз... Так, все, мы Розу, ребята, добили. И у нас уже столкновение. И что, выходит, что я никого в этом, в этой каточке не уничтожил? Или что, друзья? Нам нужно кого-то убивать. Ого, там Эль Примич, вы видели? Эль Примич был с 8 кубками. 8 кубиков он собрал. А, здесь еще этот идет. Ну все, ребята, мы добили и Бо, и Эль Примича. Так, смотрим, что мы здесь сделали. Так, исцелили 3300, победили 3 врага и нанесли 22 тысячи урона. Нам еще осталось совсем чуть-чуть, чтобы нанести урончик. Так, играем, ребята, снова с спайком. Или это не спайк у меня? А, спайк. Играем снова со спайком. Да, Джеки убежала. Осталось еще, ребята, 3 команды. Она думала, что она такая быстрая. Я сейчас прибегу. Сколько вообще баночек еще, ребята? Сколько баночек? Сколько можно собирать баночек? Просто вообще собирай, собирай. Коробки разбивай. Так, где враги? Где враги? Так, вон Джесси. А, вот Кольт и этот. Все, ребята. Мы снова победили.
Ну, мы, в принципе, друзья, нанести 60 тысяч урона с бойцом бит, 8 бит прошли. А парное столкновение мы так еще и не закончили проходить. Это уже, скорее всего, ребята, будем заканчивать каким-то другим бойцом. Нам главное было пройти, нанести урончика. И у нас уже, ребята, что здесь есть у нас? О, как раз, видите, друзья, у нас нету очков силы на 8 бит. У него всего-навсего первый ранг по очкам силы. И мы добавим 8 бит, 200 очков силы. Так, сейчас мы откроем маленький ящичек на 1, 2, 3. 1, 2, 3. Монетки, очки силы Рико и очки силы Тик. Друзья. Все, будем ожидать, когда нам будет выпадать уже 47 и 48 уровень. Где будем открывать большой ящик и мега ящички. Что у нас тут еще, друзья? У нас есть кто-то хочет добавиться в друзья. Напоминаю вам, что в друзья я добавляю пока. Можете присылаться, добавляться. Ну а так, в принципе, ребята, все. Следующие уже квесты будем проходить на каких-то других бойцах. Это мне нужно вот видеть сейчас. Джин, Бул, Динамайк, ну и так далее. На 8 бит у меня уже ранг 6 и 76 кубасков. И 6458 общее число кубасов. А новый рубеж будет на 6500. Друзья, ну на этом я буду заканчивать свое видео. Понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. До новых встреч, друзья. Всем пока-пока.